Российская лыжница, олимпийская чемпионка и общественный деятель Елена Вяльби вновь прилетела в Магадан. Мэр областного центра Юрий Гришан встретил спортсменку в аэропорту. Цель визита Елены Вяльби – предстоящая лыжня России и эксклюзивная премьера фильма «Белый снег» о жизни чемпионки. Будет 14 числа премьера фильма «Белый снег». Вот. Прилетели на премьеру. Ну и пару слов о предстоящей лыжне России. Да, предстоящей лыжне России. Мне в этом году повезло, мы будем, можно сказать, открывать. Почти вся страна еще будет спать, здесь уже все будут стартовать. Сюда приехал олимпийский чемпион Александр Легков со мной, который будет участвовать в лыжне России. Мне кажется, для магаданцев это будет очень памятно и приятно, на самом деле, что такой человек будет вместе с ними стартовать на лыжне России. Лыжня России – это все-таки такой массовый старт, для семейный, я бы даже сказала. Удачи всем, хорошей погоды. Лыжня России стартует 13 февраля во всех регионах России. Соревнования уже не одно десятилетие объединяют любителей спорта по всей стране. Закрытый предпремьерный показ фильма «Белый снег» в областном центре состоится 14 февраля для магаданцев, которые принимали участие в создании биографической картины о жизни нашей землячки.